петуни и ламбада F1 высевают на рассаду в конце февраля, начале марта. Всходы появляются при температуре от 20 до 22 градусов через от 7 до 12 дней. Пикируют культуру в фазе двух настоящих листочков. Высаживают петунии ламбада F1 в мае. Участок для растений выбирают хорошо освещенный, но не под прямыми солнечными лучами, с легкой плодородной дренированной почвой. Высота кустиков около от 20 до 25 см, а ширина – от 25 до 30 см. Цветочки появляются в июне и радуют яркими оттенками до сентября. Используют культуру для оформления клумб, рабаток, бордюров, балконных ящиков и уличных вазонов. Петуния обыкновенная ламбада – это травянистые высотой от 20 до 25 см. Цветет растение в месяц май-сентябрь. Окраска цветка красная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.